Анонс и точка до выхода 28 серии турецкого сериала «Безграничная любовь». 28 серия сериала выйдет в эфир 11 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как пока все пытаются снять с крючка собственного сына, Нихат уже принял решение. Он доказывает, какой он безжалостный человек, когда объясняет свое решение отцам. Отец может разозлиться и наказать сына. Но может ли он убивать его? Халил Ибрагим разрабатывает план, по которому Нихат будет охотиться, отправляясь на охоту. Но непредсказуемый человек переворачивает все планы с ног на голову. Станет ли он охотником на этот раз? Зайнеп, спящая в самом невинном состоянии, не чувствует приближающейся опасности. Вот и наступил конец пути. 28 серия сериала выйдет в эфир 11 апреля. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.